17 декабря 2009 года, время 14:36. Заходим в магазин. Возвращаешь ноутбук? Да. Что, 50? Сколько 50? Второй раз. Там пиксель, да, еще? Полоски пиксель. А где полоски? А, с ним вопрос. Полдрата он был, сейчас. Где вы? А вы все там были? Да. Пришел, сказали там. Они сказали, что отказывают здесь. А почему? Потому что требуют экспертизы. Ну да, потому что сложно отснить. Давайте изделие. Мы не будем сейчас спорить. Выявление в течение вот этих рабочих дней оно будет рассматриваться. Ну, где администратор? Ваня уехал. А, Ваня уехал? Давай Коля. Я вас на двух купила, что за вчера. Вместе с вами проверили. Домой пришел, там полоски где-то фиксил. Говорите к нам. Здесь проверили? Нет, здесь не проверяли. Нет. Вот вам претензия. Вот вчера я ходил к вам в сервисный центр. Там сказали, предложили экспертизу, которая будет в определенное время. Thank you.
известно, что тому сказали. Сказали, что хотят, чтобы я отвез его сервисный центр Samsung на экспертизу. Которая длится якобы 40 дней. Вообще сначала предложили отремонтировать. Где машина стоит? Что? Так, экземпляр гарантийника или? Нет, второй гарантийник или Карамара. Что мы делаем? Так, тогда с кем-то из руководства, как можно сказать? Поэтому телефон со мной.